У нас на дистанции финал, а финальный заезд, и, конечно же, мы отмечаем то, что прошли отметку уже 750 метров, остается до финиша, и у нас красиво вот так вот по дистанции идут экипажи. Восьмерки, конечно же, женщины здесь у нас по-прежнему лидируют, вот сейчас нам показывают крупно. Четвертая вода. Здесь, конечно, мы видим, что уже преимущество такое больше корпуса, больше полкорпуса. Давайте так, по четвертой воде. Это сборный экипаж Саратовской области, Краснодарская, Московская область, Витебская область, Краснодарская, Лисицкая, Краснодарская, край. Но и здесь достали Виолетта Зимина, Екатерина Гладкова, Екатерина Это невероятно, вот то, что я...